Проблемы российских моногородов обсуждали сегодня в ходе поездки Дмитрия Медведева в Иркутскую область. Премьер побывал в Усолье Сибирском, который как раз имеет такой статус. Там давно не работает бывшее градообразующее предприятие «Химкомбинат». Цеха законсервированы. И похожая ситуация не только в Сибири. Как заявил в ходе совещания премьер, один из механизмов, который позволит переломить негативные тенденции в экономике моногородов – создание там территорий опережающего развития. Лишь у 71 города социально-экономическое положение можно назвать стабильным. По всем остальным положение, можно сказать, в настоящий момент неустойчивое. То есть они находятся либо в кризисном состоянии, либо в зоне риска. Мы планируем создавать на базе моногородов территории опережающего развития. Предпочтение будут получать те проекты, которые стимулируют не столько открытие отдельных промышленных площадок, сколько оживление инвестиционной активности в целом.